В этом видео я научу вас собирать пирамидку 3 на 3. Сейчас вы можете ее спокойно разобрать, потому что вначале вам не потребуются никакие алгоритмы. Потому что эта пирамидка уже достаточно разобрана. Самое первое, что вам нужно сделать, это расставить все уголки правильно. Вы просто крутите либо в одну сторону, либо в другую. И это делаете, пока у вас уголки не совпоставятся. Вот они у меня все сопоставились. Но не может быть такого, потому что два цвета тут поменяли свои места. Дальше. Нам надо собрать одну сторону, и для этого мы должны собрать крест вот по таким блокам. Я буду собирать синий крест, я нахожу уголок вот за этот блок, на котором нет синего цвета. Вот у нас, теперь мы переворачиваем полностью, и тут у нас должен быть синий крест. Мы просто крутим, пока у нас не попадется. У нас тут все совпало. Вот. Крест собран. Дальше мы ставим ребра. Например, как синее, желтое. Оно у нас должно быть тут. И мы это ребро ставим так, чтобы синий цвет он смотрел либо вправо, либо влево так. В этом случае он у нас смотрит вправо. Я поднимаю, кручу, ставлю. Дальше. Та самая позиция. Кручу, ставлю. Теперь последнее ребро, и оно у нас развернуто. Вы можете просто так выгнуть. Теперь у нас смотрит влево. Для этого вы делаете то самое, только зеркально. Кручу вверх. Загоняете, опускаете. У меня такая позиция, то что вот весь этот блок, он развернут. Для этого вы опускаете, крутите, поднимаете, крутите. Так все время, пока у вас пирамидка не соберется. Есть еще одна позиция. Когда у вас этот блок, у нас был так развернут, что желтый был тут, а теперь он желтый у нас тут. Тут вы просто опускаете, крутите, выпускали. Я опустил красно-желтый, поэтому я нахожу красно-желтый. И так просто ставлю и кручу дальше, пока у меня пирамидка не соберется. Она у меня собрана. Есть еще одна позиция. Вот она. Это когда у нас ребра поменяли свои места. Мы бьем пирамидку так, чтобы то ребро, которое совсем по цвету не совпадало, смотрело назад. И теперь мы смотрим, какое ребро по цвету не совпадает. У нас в этом случае это не совпадает. И значит, мы должны так опускать. Поднимать. Потом мы это выгнали, просто так крутим и загоняем. У вас пирамидка собирается. Бывает еще одна позиция. С этой позиции вы должны выходить таким образом, что вы делаете все то самое, но только зеркально. Опускайте, поднимайте. Крутите. Теперь вот у нас ребро выгнуто, только ставим. Вот эти позиции, они были очень похожи. Но есть еще одна, последняя, самая неблагоприятная позиция. Вот она. Из нее вы должны выходить таким образом, чтобы
Одно неправильно развернутое ребро смотрело на вас, а другое влево. Вы опускаете, крутите, теперь тут ставите правильно, крутите, опускаете, крутите, ставите и крутите. Это все три позиции, которые могут быть на пирамидке 3 на 3, когда вы собираете вот все это.